Так, в прошлый раз мы закончили на вот этом всем здоровом. Я пошел делать вот эти пластины. Вот, ну, чтобы получить вот эти инженерные, нам надо чертежный инженер, железный слиток, алюминий и копер, бумага и лазуритная. Так, копер, железо, алюминий, лазурит. Лазурит, наверное, был. Раз, два, три. И бумага. Бумага. Раз, два, три. Есть. У нас тут... так, у меня есть чертеж, узор флага, особые патроны, особые патроны, особые обычные патроны. Так, чтобы получить этот чертеж, нам надо вот это. Так, есть, ставим сюда чертеж. И нам надо было на него 4×4, 4×4, 12, 24. Хорошо, нам надо вот это. Так она не хочет. Так, это медь. 24, по идее, да? 4×4. Чего не хватило? 19. Дальше нам надо вот это. 16. Что-то перестарался я, да? Ну да ладно. А хотя я вот эти ж, наверное, покупал. Нет? Нет. Ну да ладно, теперь у нас по идее все есть. Есть же все, да? И нам осталось только вспомнить, как эта хрень строится. Так, нам хрень это строить и жить помогает. Блин, как неудобно тут. Так. Нам надо молоток, выход энергии. Ой. Выход энергии. Ну, тут поставим для начала. Выход энергии. Есть энергетическая труба. Так, значит, розовый фламинго, дитя. Так, где у нас ставится сверх? Как там она у нас? Вот тут вот у нас, с этой стороны. Ага, ясно. Так, насколько я помню, он делается не просто очень. Три, раз, два, три. Этот сбиваем. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Тут этих два. Дальше. Уже забыл. Так. Три этих. Раз, два, три. Так, ты идешь сюда. Нам надо вот это. Потом выше. Тут и там три. Потом, ага. Тут. Раз, два, три. Тут. В смысле? Так. Ты идешь сюда. Тут забор. Так. Сапор, и тут 9 воронок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И мы где-то бьем сюда. Квест комплит. Ура! Так, теперь проводим электричество. Это у нас... В смысле, ты с этой стороны? Спасибо. Так, переделываем. Значит, так, тут раз, два, три. Раз, два. Так, тут тоже будет. Тут будет. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два.
Тут редстоун, тут вот этот хрень. Тут запор. Ну, вроде бы так она делается. Так, и туда воронки. С, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И где? И теперь, наверное, как я хотел. Да, вот, теперь правильно. Значит, сюда проводим электропиздричество. А что, так можно, да? Нет, ты не проходишь. Ты так не доходишь. А, хотя подождите. Не доходишь. Может, так можно? Я ж давно не играл. Так, так, так. Да, подходит. Значит, дальше у нас тут будет ящик. Где-то был у меня ящик. Дубовый ящик. Тут у нас то как бы выход. Ну да, конечно, киркой тут сбиваем. Вот. Так, это нам уже не надо. Теперь нам надо шоколада. Так, этот. Нет, не он. Подождите, вот тут должно было быть. Вот. И бумажка. Мы ж тебя знаем. Ты у нас тут захочешь пыль в это самое. Так, значит, я не знаю, где ты там дымить будешь. А я ж брал или не брал. Вот это. Ну, я не знаю, может, оно не обязательно тут, но вот этот пылевой фильтр обязательно надо ставить. Вот. Теперь чем. Стоять, бояться. Тут у нас кровь выливается, да? Хорошо. Берем булыжник. Ну, мне надо. Черт, побери, сколько сейчас кашлять-то могу. И кидаем. Работает. Оно работает. Насчет пылевика я не знаю, будет ли она пылить. Вроде бы все работает. Отлично. Так, я тут сейчас половина базы закакиваю. Вот этой вот. Блин. Я не так хотел. По чуть-чуть все иммерсивное надо складывать сюда. Да твою ж. Вот, иммерсивское сюда складывать. Так, это иммерсив, иммерсив, иммерсив. Иммерсив, 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 иммерсив. Так, все, что можно скинуть. Ага. Так, это бумага, это. Ладно, это мы сюда скинем. Сталь вообще-то тоже иммерсивская фигня, и вот это иммерсивская. Что еще из иммерсив? Вот это есть. Это Gold Rod. Ну, давайте это возьмем. Iron Dust. Ну, так вот более-менее скинем. Ты не отсюда. Вот эти вот деталы. Кстати, о птичках. Можно же вот эти поставить. Соборы всякие. Удлиненные там. Ладно. Вот. Все, что связано с иммерсивом, у нас вот тут хранится, да? Ну, потом, ладно, переложу. Так, мы что-то там выполнили. Вот этот мы сделали. Было бы неплохо вот этот сделать. Ну, пока лень.
Так, что мы передробить-то можем? Ну, точнее, что нам надо передробить? Потасиум дробится. А, стоп, железо, iron чанки. Дробится, да, и мы получим никель. Мне нужен никель. Так, значит, тебя. Это сюда. Нет, ты со мной должна быть. Потащим вот это передробить, лит передробить, серебро получить. Потасиум можно дробить, но из него ничего не получится. Нитратиум, эмеральд это просто выкинет. Что еще можно передробить? Вот это, наверное, лапис лазури. О, сульфур. Надо. Это не дробится. Силикон не дробится же. Нет. Так, незеровский не дробится. Так, что тут? Цинциннат не дробится. Светокамень. Можно. Ну, передробим, если что, потом переделаем. Эндерняк дробится, но он пока не нужен. Плоть нет, флаксовый блок, магма не надо. Незеритовый цементный раствор. А, понятно, что это лазурит на руда Нижнего Мира. Рубиновый руда Нижнего Мира. Незерак. Он у нас дробится. Нет. Это нет. Битумный песок. Я его оставил, мне надо будет из него что-то потом сделать. Плотный лед. Нет. Песок душ. Не дробится. Камень душ, наверное, дробится. А, из него потом будем что-то делать. Вот это вот отсюда убрать и положить сюда, а потом искать будем. Вот. Значит, лапис, лит, голд, хлорид. Это. Так, айрон, никель, гравий. Давайте получим слитки. Котик ходит. Давай слиток получим, и у нас будет никель. А никель это... Ура! Так, а почему? А как? От чего нам не дают? А, цинк, сильвер и никель. Никель где-то разблокировать, значит, надо. Ну, я его уже получил. Так, термалс. Можно красную катушку сделать, в принципе. Как вы думаете? Так, это у нас есть. Это у нас есть. Палочка. Палочка у нас есть. И редстоуни. Редстоуни. Так, это у нас делалось как? Так. Так. И вот так. И вот так. Катушку получили. За это никель, сильвер, цинк. Вот так вот. Айрон рот. Айрон рот где-то был. Айрон рот и две катушки вроде бы. Красный. Еще одну. Ты же не имеешь им всю. Нет, нет. Так, подождите, квесты там открылись?
Да. Сильвер, цинк и никель. Ну, никель я могу вам дать. Спасибо. Цинк, сильвер, один. Никель и цинк. Цинканем сейчас. Хотя их можно там, конечно, переработать, все прочее. Так, это сбросить, сбросить, сильвер. Их же можно умножить, приумножить. Да. У нас появится серебро сейчас. Серебро, цинк. Вот, у нас появился цинк. Что-нибудь еще есть? Нет. Вот. Ну, поскольку мы это все получаем намного по-другому, так, подождите, а из цинка я что-нибудь получить могу? Золото. Золото мне так-то не особенно надо. Сильвер, лит, сульфур, голд. Ладно. Всякую такую вот будем хранить теперь тут. Цинк. А из цинка что можно получить? Золото. Не особенно надо, так что никель. Пыль будем хранить тут. Так вот, ну, шум это, конечно, да. Вот, так, с Tinker Construct. Ну тут, да, Immersive Engineering. Тут много чего, сортировщик вот этот можно сделать. И то, что я хотел сделать, можно. Но неохота пока. Так, вот это вот. Теперь мы можем сделать вот это, да? Ветряки. Они же безопасные. Хотя у меня и так энергии, в принципе. Кинетический генератор. Нам надо вот эти вот мед 4. Так, мед. Ну давайте сделаем мед. Что мне? Шалка, что ли? Так, все, перемолол. Спасибо. Ох ты ж, как у нас тут забито все. Мед, наверное, и не даст. Блин. Обожженный слив. Обожженный слив. Так. Блин, вот это бы автоматизировать надо все-таки. Так, расплавленные меды. Ой. Это ж надо положить, да? Вот, она тут автоматически будет нам расплавленную медь кидать. Так, сюда можно воронкой все скидывать. Это у нас заполнено, это заполнено. Это хорошо. Это будет долго работать. Огненное молоко. А почему молоко не уходит? Или этот выпал? Нет, работает. Или забито? А, забито. Во, это мы ставим. Ой, это мы покладем сюда. Вот, всякую такую. Вот еще. Iron. Вот это туда же пойдет все, что перетерто. Так. Вот еще тут всякое. Потащим сульфур, сульфур. Тут у нас жир нет. Мука, рис. Не, мука у нас нету. Нету. Вот это тоже сюда. Это типа все перетертое. Опа. Сульфур, поташим.
рецепт. Ага. Ну тогда и это тоже сюда. И возьмем, накидаем. Ну, давайте 64. Это забираем. Это забираем. Это забираем. Все, что лишнее, что-то скинул. А что не понял? Там сульфур у нас появится как раз по пути, если вот это вот перетирать. Судя по всему, она не гадит. Ну, не гадает, не гадит. Если это закинуть, кремний. А вот кремний не надо. Так, тогда гравий. Булыжника 2. Все, она работает. Замечательно у нас все. Так, 7 красных этих. Так. И, не, вот это, термал. Что еще можем сделать? Ай, вот мне вот этот битум. Битумный чанг нужен. А его можно из маленьких получить, да? А маленькие...